Я не знаю, наверное, какой-то вход в роль, какие-то поиски, не знаю, характер. Наверное, они где-то были, но самой кухни я, во всяком случае, не видел. Потому что он приходил всегда уже профессором Преображенским. И вот я имел счастье наблюдать, как легко, с какой отдачей, с какой позицией жизненной, человеческой он отдавался этой роли. Вот. Правда, были и моменты, когда особенно большие монологи про евгенику, про улучшение человеческого рода. Вот тут он, значит, брал такой несколько минут, ходил по дальней комнате, а вся квартира была очень подробно выстроена, и все комнаты были действующие. Он уходил туда к каминным часам, что-то дирижировал, как, кстати, этот жест есть, когда он, помните, говорит, ну все, там кролик издох, и я ухожу сегодня в Большой театр, там тем более «Аида». «Аида» — любимое произведение Преображенского, он так вот, помните, с сигарой там дирижирует, поет, напевает какую-то мелодию, и вот так Евгений Александрович ходил там по дальней комнате, что-то там дирижировал, он говорит, все, я готов.